А мы давайте поиграем в Hills of Steel и поиграем за босса. Поехали. Вот первый у нас удар грома. Так, все, давайте удар грома пойдем. За удар грома. Так, ладно. А уничтожьте врагов. Первая волна врагов. Ёлки-палки. Ладно. Ждем. Где там враги? Никого нету. Так, сейчас они будут ехать. Маленькие, наверное, сейчас сначала. О, попадание, попадание. Все, пошла жара, пошла жара. А теперь надо не останавливаться, стрелять. Вообще нельзя останавливаться. Пока танки небольшие, маленькие идут. Потом все будет увеличиваться. Все больше и больше. Так, все, готово. Чуть-чуть поднимем ствол. Ну и что, кто там? О, попадание, попадание, ребята. Все, пошли танки. Танки пошли. Какие это там танки едут, я так и не понял. А, тоже, в принципе, небольшие танки. Ух ты! Вырвался, смотри. Нам нельзя им давать вообще сюда подъезжать поближе. Так, а что мы там получаем? Рекорд? А, мы можем, кстати, открыть новый танк, если нам дадут сундук за победу. Ребята, мы можем еще и танк какой-нибудь открыть. Что-то мне вот это вот напрягает, что никого нету. Напрягает. А, вот все. Фениксы пошли. Ё-моё, сейчас их так много будет. Попробуй с этими фениксами справиться, а? Вот надо вот здесь встать и стрелять. Есть. Есть, 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 есть. Так их так много, ребята. Они вообще вот неадекватно сделали, разработчики. Что они вот так вот идут. Так, надо нам ствол ниже делать. Иначе у нас ничего не получится. Все. После фениксов пойдут титаны, скорее всего. Титанчики. Да, титаны пошли, титаны. Ё-моё, они опасны. Они опасные. Так, я не знаю, либо поближе стать, либо подальше. Все равно получаю, да? Звездюлей от них. Но они, в принципе, медлительные. На. Третья волна. В смысле третья волна, если я с этими еще не справился? На, получай. Есть, готов. Готовы все. Всех уничтожили. Давайте подъедем поближе. Кто сейчас будет? Я баллиста, наверное. А, нет, это вот эти вот ракетники. Ракетчики. Ракетчики. Ну. Я не успеваю вот первого уничтожить, а уже идут вторые ракетчики. Как так, а? Ё-моё, что я застрял здесь? Ладно. Вроде бы они все мимо пролетают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, наехал на этот танк, а? Прикинь, они все пролетают мимо. А если бы они все на меня бы попадали бы, это вообще было капец. Да, тяжело их уничтожать, конечно. На, получи. Да сколько ж там вас, а? И все стреляют без остановки. А, все, защищено три волны. Всего лишь. А, рекорд какой-то побили. Ну и что? Ну и что? Давайте отправимся дальше. А, можно, смотри. Можно выбрать армаду. Ну, что-то я не хочу армаду брать. Давайте удар громом. А, бесплатная попытка только через 21 час. Либо использовать алмазик. Давайте алмазик используем. Ничего страшного. Так, уничтожьте всех врагов. Не позволяйте им проехать мимо вас. Хорошо. Так, давайте подождем. Первая волна. А, ну сейчас же небольшие танки будут, да? Сейчас подождем, когда они подъедут. Пока никого нет. Мы ждем. О, первое попадание. Ё-моё. Тихо-тихо-тихо-тихо. На, держи. Теперь будем ждать, пока они вот будут подъезжать. А, ударил меня. Да ты чё, тебе не хватило одного удара?
Вот, смотри, этот с одного удара уничтожился. Так, ждем. Никого. А, сейчас вторая пойдет волна. Ладненько, подождем сейчас немножечко, ничего страшного. Так, попробуем сейчас. О, попадание. Все, пошли танки вторые. Вторые танки пошли. О, какой танк, смотри. Так, все. Кончились или еще есть? А, еще едет. Дружище, все, волна закончилась. Давайте подъедем поближе. Сюда встанем. О, все, пошло. Фениксы пошли, ребята, фениксы. Фениксы — это нехорошие танки. Они могут поджарить, когда их будет много. Вот много их станет, они будут поджаривать только так. Ой-о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 й. Будут поджаривать вообще, мама, не горюй. На. На. Так, все, закончились фениксы. Да вроде бы как закончились. Сейчас ракетчики. А, нет, титаны. Титаны пошли. Ладно. Здесь встанем, сейчас будем титанов уничтожать. Они как раз попасть в меня не могут с этого расстояния. А, нет, смотри, попадают. А, гады какие, а. А чё ж вы так... Чё ж вы так подъехали близко, а, гады. Ладно, сейчас я отъеду. А, все, они погибли. Всех уничтожили. Давайте подъедем, я хочу поближе туда подъезжать. А, вот, смотри. Все, мы доехали до этого места. Ладно. Сейчас здесь встанем. И будем стрелять в них. Главное, чтобы они в меня не попадали. Ну, вроде бы не попадали. Ну, один из двух попадает. Ё-моё, вообще, смотри, месиво какое, а. Мне, если я отъеду назад, ребята, то все. Меня за секунду уничтожат. Просто-напросто за секунду. Поэтому мы стоим здесь и пробуем их уничтожить. Так, есть, готов. Еще один. Отлично, всех уничтожили. Немножко отъедем вниз. И подождем. Кто у нас тут? Арахниды? А, нет, не арахниды, вот эти вот мощные танки. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо-тихо. На. Так, если дождаться, что двое встанут, то это вообще капец будет. Поэтому нам немножко нужно отъезжать. И таким макаром стрелять в них. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте пониже сделаем. Есть. Так, уничтожили. Так, вот этого теперь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делает, что делает? Ай, уничтожили, блин, три волны, ребята, мы прошли. Три волны всего лишь. А может быть мне выбрать какой-нибудь другой танк, например, баллисту? Давайте за баллисту поиграем. За баллисточку. Сейчас подождем, когда они подъедут. Все, можно теперь стрелять. Раз. Два. Три. Так, наносим мы удар или нет? Мне интересно. Что-то я их никого не вижу. Надо будет поближе подъехать. Слушай, я не вижу, где они. А, их нету никого. Прикинь, а куда они спрятались? Куда? Они, может, тоже там стоят? А, нет, вот они едут. Вот они едут, друганы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А-а-а. Так, нужно подлечиться срочно. Да ё-моё, я даже подлечиться не успел. Ах вы гады. Уничтожили нас. Ладно, давайте срочно, срочно, срочно еще раз. Попробуем. На баллисте. Ну, баллиста это так себе, конечно. Танк. Ну, им надо уметь играть еще. Вот здесь я буду стоять и стрелять. Есть попадание. Есть, во. Давайте сразу подлечимся. О, видишь, как отлетел, друг. Вот это вот я понимаю, когда уже баллистой стреляешь. Ну все, здесь тактика такая, что... Ну, можно и подъехать поближе, посмотреть.
А, видишь, они там спрятались. О, вот, едет, едет, едет. На! Еще, еще ударчик ему. Есть, уничтожили. Офигеть. У другана уже здоровья так мало было, что он мог проиграть. Так, спасибо за звездочку. Так, баллиста, ты молодец. Так, что мы здесь можем усилить? Давайте возьмем баллиста напалм. Выберем напалмом. Так, лечение, оно, в принципе, мне и не нужно. Так, ладно. Давай здесь, значит, будем. Так, этот будет подъезжать, да? Ладно, подъезжай туда. Опа! А, у меня напалм, прикинь. Давай напалмом их постреляем. Ой-о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 й
На, получай, сейчас я его щелкну. Сейчас, ребятушки, я его отщелкаю, наверное. Опа, готов. Ждем. Стреляем. А-а-а, не успели мы. На, подожди. Опа. На, еще тебе. Гад, а. Где он там спрятался? Ага. Ёлки-палки, он меня сейчас отщелкал. Он меня отщелкал, к сожалению, да. Не получилось.